Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Центрального аппарата Следственного комитета дополнительно возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 290.5 Уголовного кодекса Беларуси в отношении Путила и Рудика, а также иных лиц за организацию и руководство деятельностью террористической организации «Нехта». Начиная с 2020 года обвиняемые использовали свои информационные ресурсы для дестабилизации обстановки на территории Беларуси и радикализации так называемых акций протеста. Вышеуказанные террористы неоднократно призывали к разжиганию социальной вражды и розни, блокировке дорог и координации уличных беспорядков, совершению терактов на железной дороге и диверсий на предприятиях, которые могли привести в том числе к техногенным катастрофам. Стоит отметить, что сами обвиняемые находились за пределами страны, однако подталкивали людей к совершению тяжких преступлений, посягательству на независимость, территориальную целостность, суверенитет и общественную безопасность Республики Беларусь. Следственный комитет напоминает, участие в деятельности террористической организации влечет наступление уголовной ответственности. Не поддавайтесь на провокации, задумайтесь о последствиях ваших действий. Кроме того, напоминаем, что решением Верховного суда по заявлению генерального прокурора экстремистское формирование «Нехта» с входящими в него структурными подразделениями «Нехта Лайт», «Лухта» признано террористической организацией. С 8 апреля 2022 года ее деятельность на территории Республики Беларусь запрещена.